Ну, это было уникальное время, и никому больше такого не пережить. Ну, сколько вообще шансов имеет человек среди статической родиться и вырасти в эпоху революции? Ну, один там, 100. В 20 веке больше, потому что в России было 2. Но все равно это редко бывает. То, что это все случилось где-то в Сибири, да, то есть непонятный, по большому счету, в какой-то жопе на самом деле. К вопросу о сибирском самоуничтожении. Там просто холодно очень. На самом деле место-то лютое, ребята, вспомните, ну лютое же место. Тут уже не до тонких материй. Уже как-то все пожестче и попроще. Уголовников с кандалами в Сибирь ссылали, или там староверов, сектантов. Вот там вот где-то в Сибири там все это намешалось. Сюда ссылали людей. Здесь основывали всякие закрытые города. Ну и особо людей не трогали, потому что если человек разрабатывает там какую-нибудь турбину или бомбу, то уже к нему не полезешь. Пусть читает уже Пастернака и фиг с ним. Все равно он куда ни выйдет, там, на расстоянии 600 километров, просто следующего города нет. Хоть зачитайся, хоть запойся и запляшись. Вот это, вот годы пройдут, забудут это слово «рок», может быть, вообще все забудут. А это останется как элемент вот именно национальной культуры, да, внутреннего космоса. Егор Летов был особой культовой фигурой русского рока. Он никогда не давал интервью, и практически никто не видел его по телевизору. Все знали о его радикальных политических взглядах. Он такой, как это называется в Европе, визионер, человек, который пытается видеть, смотреть сквозь вещи. Когда ты говоришь, вот нужно ли нам восстание, кому нам, кому-то да, кому-то нет. Вот Егор Летов относится к тому вечному радикальному меньшинству, которая всегда будет требовать восстания, для которых восстание – это личный путь. Что такое русский анархизм? Ну, прежде всего, это такое несанкционированное, как говорил Летов, или, проще говоря, непредсказуемое поведение. Это попытка жить по собственным правилам. Другой вопрос – откуда берутся эти правила, их же откуда же нужно взять? Поэтому он требует не только жить по собственным правилам, но и как-то их изобрести, открыть внутри себя какие-то двери внутренние. Я учился в физмат-школе, школа-интернат тогда она была 165 Новосибирска, и там, да я в общем тоже как бы особенно не был знатоком, но так, я оттуда привез первую пластинку, причем она была разбитая. Это была пластинка рок-опера «Томми» группы «The Who», и у ней был отбит кусочек, и первых трех песен не было, их нельзя было проиграть, но остальные... И на Игоря огромное впечатление, я даже очень удивился, он как-то так слушал. В письмах он мне полностью писал в письмо все тексты всех песен. Страница за страницей были аккуратненьким таким бисерным почерком переписаны. Thank you.
когда, значит, мне удалось как-то закрепиться в Москве, то мама отправила Игоря ко мне. Мы бесцельно с Игорем бродили по Москве. Вот. Ну, не то что бесцельно, но по разным местам. Как раз ходили с ним на Ваганьковское кладбище, где собирался народ, как говорится, в то время. Сергей, он как-то немного на него давил по поводу того, что вот он, так сказать, такой, весь такой, так сказать, бесталанный, не хочет, как говорится, ничего делать. И обижался на него, что тот, в общем, пассивный такой. Игорь учился в ПТУ, а ездил ко мне домой на электричке. Ну, он жил у меня. И пересаживался иногда на остановке Фрезер. И вот как-то на этой остановке Фрезер он ждал электрички, которая должна была ехать. Подошли какие-то ребята московские и сразу разбили ему очки. Сказали: о, еще один очкарик там какой-то, 17-й, удар по лицу, очки разбиты. Игорь приехал с разбитыми очками, он вставил осколок и очень долго ходил, когда у него в очках был осколок. Не то, что очков новых не было. Он как бы бравировал вот этим оскорблением, что ли, или вот этим... Вообще у него как-то отношения с гопниками уже тогда как-то проявлялись в форме какого-то такого нарочитого протеста. Игорь именно там, в Красково, начал писать стихи. Иногда это была конкретная, так называемая конкретная поэзия или конкретный реализм, когда он, например, ехал в электричке и записывал то, что вокруг говорят там тетки и все такое. Такие верлибры. И в этих верлибрах он подписывался таким значком. Сергей там был знаком с некой, так сказать, такой вот андеграундной, авангардной тусовкой. И брал с собой Егора на вот эти вот перформансы, там, концерты, которые проходили тогда и полуподпольно. Вот. И была такая, так сказать, форма, что как бы власти разрешали показать иностранцам, что у нас вот и это тоже есть. Потом Игорь сказал: я не хочу, вернее, хочу на каком-то музыкальном инструменте играть. И вот он сидел у себя там на веранде и играл на бас-гитаре. А весной Игоря из школы исключили из этого ПТУ. За злостную непосещаемость. Я провожал его на вокзал, вез его бас-гитару, усилитель, фотоувеличитель, потому что он там печатал на фотоувеличителе, копировал обложки с дисков, там все. Мы все это вот я грузил, и он уехал. И мы не виделись несколько лет после этого. Бросить Москву и уехать обратно в Омск. В Москве мне нужна была своя человеческая среда, в которой я мог бы работать, импровизировать. Я по своей природе созерцатель. Здесь же жесткая работа. Все предельно интенсивное, деловое, пробивное или урлацкое. Он говорил, что мне в Москве не нравится вот эта вот, так сказать, обязаловка вся, вот эта вот гонка, так сказать, что нужно обязательно быть в пределе, обязательно. Вот. Он говорит, что я привык к одиночеству, я буду и творить, как говорится, с небольшим количеством близких людей и гулять по лесу в окрестностях Омска. Ну да, скажем, 20 лет я читал, слушал и смотрел. Вот в некий момент я понял, что то есть я уже достаточно прожил для того, чтобы действовать самостоятельно. То есть во мне накопилось столько, скажем, и энергии, и информации, что она как бы хлынула через край. На берегах
величавого Иртыша раскинулся город Омск, утопающий в зелени благоустроенный. Омск — это все-таки как-никак дыра такая, вот. И, ну что там в Омске можно? Было несколько абстрактно. Родители с трудом мирились вообще с его, как говорится, вот этим образом жизни. Тем не менее, у него была вот эта вот, так сказать, комнатуха длинная, в которой его со скрипом, но оставили в покое. В советское время было все очень сложно. То и с другой стороны, и вот у людей, которые так называемые, вот сейчас их называют маргиналы, да, такие отщепенцы духа, они иногда испытывали дискомфорт в поисках себе подобного, потому что это было не совсем в струе марксистско-ленинской идеологии вообще и городских окраин. Когда я увидела Летова, то есть я просто, честно говоря, присела перед дверью, потому что меня встретил такой очень худой, как мне показалось, почему-то высокий, молодой человек с иракезом на голове, весь утыканный булавками, вот. И я совершенно не ожидала, что такое может быть вообще. То есть он как с луны свалился. Это было самоубийство быть таким, самым натуральным образом. Когда мне Летов сказал, что я тебя познакомлю сейчас вот с Кузьмой, вот, я почему-то подумала, что сейчас придет тоже такой же зверь с каким-нибудь еще с иракезом на голове и так далее. То есть я не ожидала, что Костя будет такой совершенно другого вида. То есть он такой, у него вид был примерного мальчика из английской семьи. Мы познакомились благодаря Саше Клипову, Ивану Морку, моему другу со школы. У Шурика была такая затея. Напишите про музыку, ну, мол, какая там группа нравится или что такое, знаешь. Вот, я вижу, сам с первого листа писал, что типа там шлак-рок, типа это все нельзя вообще ничего. Ну, то есть, любимые там вообще новая волна, ну, новая волна. Хорошо. Или панк-рок, ну там панк, там все. Сидит себе человек и пишет. Очень убористо. Поразило меня прежде всего то, что он писал очень убористо. И очень подробно, откровенно, судя по всему, понимаешь, так сказать, нифига. А кто это? Игорь. И он предлагает играть нам музыку. Ну, интересно. Ну, давайте сыграем. Это была осень 84-го. Вот. А потом, сколько я знаю, значит, они, как это оказалось, ну, сразу было ясно, или там через несколько дней открылось, что, значит, у нас Игорь, тогда он был Игорем, он музыкант, он, значит, что-то делает, а я был крайне презрителен, значит, к советскому рок-н-роллу, мне казалось, что можно сыграть, например, если играет King Crimson или Genesis, при ваших усилиях и тем более воплощениях это выглядит совершенно катастрофически низкого сорта уровня. Я был высокомерен и брезглив. Мне представлялось, что это совершенно ужасно. Мне ужасно понравилось все, что мы делали. Ну, то есть настолько понравилось, что, ну, я думаю, ну все. Я буду точно, что я там буду. Это точно абсолютно. Однажды я даже сравнил какие-то записи, наверное, пассива с Лед Зеппелином. Он весело аплодировал и говорил: ты даже не понимаешь, насколько это хорошо. Дело не в том, что ты не рубишь, а дело в том, что, сравнивая с этим, значит, там есть некая жила. Если вдуматься, это почти невероятно. Солдат, погибший в 41-м, сегодня вместе с бригадой продолжает бороться за мир. И его подпись незримо стоит под обращением советской молодежи к президенту Соединенных Штатов Америки присоединиться к советскому мораторию на ядерные испытания. 37 миллионов молодых людей подписали этот документ. Администрация США
намеревается продолжать ядерные взрывы. Это подтвердил представитель Белого дома, заявивший, что в конце апреля... Быть или не быть миру? Поймут ли народы нашей земли формулу мира, дружбы, взаимопонимания и доверия, которую предлагаем мы, советские люди? США планируют провести очередное подземное испытание ядерного устройства на полигоне в штате Невада уже в ближайшие несколько дней. По телефону очень долго разговаривали и думали, вот как назвать. И Игорь Федорович предложил «Гражданская оборона». Очень хорошее название. Только длинное, мне показалось. Нет, я думаю, нет, отлично. «Гражданская оборона» очень хорошо. У Егора была еще такая черта, ну, понятно, молодой там, подросток. Там, если уж посев группы, так обязательно надо фотографироваться, что-то там сниматься, фотокарточки, дарить друг другу, там какие-то морды, какие-то иракезы. Ну, в общем, понятно, как бы злить комсомольцев там. Ну, кто-то, видимо, отстучал там, я думаю. И, в общем, вот как раз история, когда группа, вот первый вот этот состав, когда группа там распалась, это, конечно, был наезд Вицура, да. Слышь, того, что били на улице, потом, так сказать, вызывали на допрос. Завели дело. И мне звонок такой, бум-бум, такой, бум-бум-бум. А там стоит человек такой, ну, какой-то такой. Я говорю, что надо-то? Ну, в смысле, что хочешь? Не в смысле, не что хочешь, а здрасте. Конечно, страшно, тем более это Омск был. Вот, допустим, Костю вызвали, и за ним на работу. Он работал тогда на заводе. Вот. За ним заехал черный воронок. Ну, поехали. Я говорю, а куда мы едем? На завод едем сейчас. Вы, может быть, причем я ничего не говорю, я молчу. Может быть, меня хотите спросить, где я машину, типа, купил? Я в Сирии купил ее. Это такая Волга, черная Волга, он в Сирии ее купил. Ложь. От начала и до конца. Ложь. КГБ – это ложь. У меня был подполковник Мальцев. Я ему говорил, но книгу «Мастера и Маргарита» я купил, изданную в Советском Союзе. Почему же она считается запрещенной? Вы знаете, говорил он, в разных районах могут быть недостатки. И улыбался. Когда как-то пришли родители домой, а Игоря дома нет. И соседи говорят, что приезжала черная «Волга», и вашего Игоря вывели и увели. Ни записки не осталось, ничего. И мама тогда всполошилась, начала звонить по своим знакомым связям. Ну, и выяснилось, что Игоря госпитализировали в закрытую психушку, которая была, курировалась КГБ. Почему отправили на Байконур в шахты? Хотя он в армии служить не должен, потому что сердечный недостаточный. И он 2 года там подтарабанил. Что там раз открыли, и там ходят по кругу человек 20, наверное. Слева сидит охранник, вот возле двери прям. А там они ходят по кругу, причем руки вроде как за спину, как мне показалось. По кругу ходят. Я так понял, это они отдыхали, что ли, что-то такое. Мы открыли окно, дверь открыли. Я так заглянул, и Игорь это увидел. И он мне начал говорить, что... Меня забрали там, типа, за запись моей песни, Кузю вообще неизвестно куда-то увезли. Позвоните по моему брату, скажи, что я здесь, скажи, что этот. И вот он мне там наговорил. Я так. Потом тут же дверь захлопнули. В общем, я решил обратиться к КГБ непрямым способом. То есть я стал среди знакомых говорить, что если сейчас моего брата не отпустят из сумасшедшего дома, то я устрою пресс-конференцию, созову иностранных журналистов о том, что никакой перестройки нет, что это все обман, что людей за их убеждения, за музыку сажают в сумасшедшие дома. Вот. Но это я как бы по секрету рассказывал, по секрету знаком. Но знаю, что среди рокеров очень большое количество стукачей. Испуг был настолько сильный, что люди даже не захотели больше с Летовым общаться. Потому что всех вызывали, всех допрашивали, всех там пугали и так далее. Мы договорились, что он к Ивановичу приедет
именно на квартирный. Ну, просто так выступить, просто под гитару. Много народу пришло, там человек там 12. Были и вот Дима Селиванов, был там и Джоник Соловьев вот, из «Бомж». Ни спасибо, ни здрасте, не хлопает гробовая тишина. Его реакция публики очень, так сказать, удивила. После этого он назвал как раз поэтому этот свой концерт «Песни в пустоту». И все это выкатилось на 87-й год, когда, значит, впервые ГО, ну так как бы, ну уже ГО, да, без сомнения, поехал в Новосибирск на этот первый фестиваль. Мой знакомый, с которым мы вместе переписывали какие-то катушки, кассеты, дал мне билет на рок-фестиваль в марте 87-го года. В Чкалове? В ДК Чкалово. А ДК Чкалово было как бы основным домом культуры нашего, нашей школы и нашего района. Я, как там, пионер со второго класса, звеньевой и все прочее, читал «Люди мира на секунду встаньте», звучит со всех сторон похоронный звон. Один вопрос. Обыкновенный. То есть для меня это было какое-то обжитое место такого ну, брежневского и постгорбачевского социума, в котором люди отправляют свои естественные такие комсомольские пионерские нужды. Кружки для вышивания. Да, вот в общем весь комплекс. И вот мы туда приходим, место очень хорошо знакомое, давно известное. И я как-то вот вообще не понимаю, что происходит. То есть нас через два кордона смотрят на школьников, просто говорят, ребята, вы туда пришли или нет. И вокруг происходит какой-то вообще абсолютный Вудсток и одновременно там Лондон с 70-х годов. Это же был первый межгородской фестиваль рок-музыки. Совершенно фантастическое действие. И мы, естественно, поехали туда такой, ну, как бы маленькой, но весьма известной компанией. Я говорю, Жек, давай запишем альбом. Он, а что за альбом? Я, ну, допустим, давай назовем его Гитлер. Жан сразу, Адольф Гитлер. Звоним Егору. Егор, так и так, Адольф Гитлер. Текста уже написаны, там кое-что ему зачитали. Он подпрыгнул до потолка, сказал, ништяк, давай. По приезде туда обнаружилось, что, по-моему, звуки ему, которые должны были присутствовать, не прибыли. Вот. И под шумок, постольку-постольку ребята были молодые, нахрапистые, они сказали, ну и что звуки ему? А мы вот, например, гражданская оборона. По счастью, организаторы фестиваля не стали вникать, что за группа, потому что если, наверное, не стали вникать, они бы не разрешили, в результате чего им удалось выступить. Редко бывает возможность находиться в месте мгновенной массовой перестройки сознания. Люди дезориентированы, их много, они пришли на концерт, они денег заплатили, бля. Они думают, сейчас покажут. Ого! Ни разу до этого я не слышал настоящий панк-рок в зале. Было такое пещерное звучание, то есть просто зал встал на уши. Буквально заполонил там всю сцену. Зал начал абсолютно ну, реагировать непонятно, то есть как-то все, с одной стороны, скандировали, но все не понимали, чем это закончится. Я тогда своим слабым вот пионерским умишком понимал, что это где-то все-таки за гранью добра и зла уже, что за это там нужно что-то сразу сделать будет с людьми. Организаторы бегали, прыгали, хотели там все это выключить. Дружок, после тебя еще будут выступать группы. Это что там, тебе что, похуй наш фестиваль, да? Сегодня мы закончили. Ты понял меня или нет? Понял. Вот, ну и это был вот как бы настоящий момент рока, я думаю, того, что впоследствии было названо того, что это не музыка, это нечто большее. В середине 80-х произошло определенное смешение. То есть если на Западе хиппи-культура и панк-культура – это культура отцов и детей, то есть они разделяются четкими поколениями,
сказать, то у нас это как-то все наслоилось. Это был не тот панк, не те, которые на Пикадилли. Как-то нам всем нравились длинные волосы, и поэтому в какой-то момент времени решили, не сговаривая, что панки это не обязательно с гребнями. То есть нравится, вот мы будем панками с длинными волосами. Феньке нравится, будем панками с феньками. То есть никогда слово хиппи к себе мы, то есть даже если кто-то нас называл хиппи, то всегда останавливались и объясняли, что вот эти хиппи, мы не хиппи, мы панки, но сибирские панки. И все говорили, что панки Сибири, сибирские панки волосатые и с феньками до локтей. Но мы никогда хиппи не были. Егор вообще выглядел как бы как инопланетянин, заколоты булавками кусочки рубашки. Это было. Люди оборачивались. Ну, причем недобро, как бы. Может быть, там драки не каждый день были, но вот этот социум и все вот вообще, ну, не говоря о том, что если мы дома жили, то и родители там, естественно, это все трагедии там были для них. То есть это давление было постоянно, то есть это даже сейчас трудно передать, насколько это было. То есть ты каждый день выходишь из дома, как на войну. То есть ты выходишь, ты не знаешь, вернешься ли ты домой, потому что гопота была жуткая. Однажды мы ехали к Егору, и с нами ехали зэки. Это на запад поезд. Ехала какая-то компания, по-моему, 4 мужика и женщина. И мы вышли покурить, и вышла эта женщина. И она говорит, подари мне бусики. Я говорю, какие бусики? Это не бусики, это друг мне там, это Фенька, то есть это вот. Ну подари, что, жалко что ли? Я говорю, а ты что, она да, вот из тюрьмы еду, сколько я сидела? 8 лет. За что? Мужа убила. А за что убила? Она посмотрела, говорит, за просто так человека не убивают. Я ей отдал эти бусики. И так вот, как ни парадоксально, вот мы были изгоями общества, и вот эти заключенные, они к нам относились как к родным. Хотя внешне, казалось, мы должны были, ну что, бритые мужики какие-то, а мы едем все в феньках, волосатые там, вдруг вот как сейчас говорят, пидоры какие-то едут. Нифига подобного. То есть они чувствовали, что мы такие же изгои этого общества, как и они. Так оставили нам вписки в Одессе. Говорят, ну что, ребят, поедем на Малину. Представляешь, там убийцы всякие отдали адресочек. Конечно, королями, звездами тогда панк-тусовки были Пути. И Летов врезался вот этим своим измерением мальчика, поправляющего очки, художника-оформителя, в тусовку людей, хотя они тоже были там непростые и все остальное, но он был в этом измерении совсем, наверное, какой-то другой и такой немножко инобытийный. Я когда первый раз увидел, это было вообще чудо из раз чудес. Это было на втором фестивале, в той же Чикалде. Через год, соответственно. Да. Анархисты видят свет, анархисты знают рай. Анархисты... Тогда они, видимо, ребята, ну они же концептуальные все персонажи были, они поняли, что по сравнению с Путей они как-то не так работают, нужно усилить у него элемент брутальности. И, короче, Игорь Федорович стояли за барабанами в черных очках. Они работали только палками, руками. И под их микрофон что-то выкрикивал. А на сцену они выпустили манагера. И вот он орёт со сцены про 37-й, про тоталитаризм. А играют чуваки. Это отдельная же песня, как они играли. И, короче, это такое грубило, монотонное. Орёт манагер, а тут такая... Вау! Да, индастриал. Жуть. Заводят анархия. Это была куча рваного хлама. Просто такой, сука, мега-трэш. Вот. А Егор, он был коллекционером, он крупным был коллекционером в Омске, коллекционером вот этой вот модной музыки. Вот. Поэтому, когда говорят, что вот гражданская оборона появилась как бы вот
на пустом месте, типа народная группа, это чепуха. Он очень хороший был знаток этой музыки, хорошо в ней разбирался, чувствовал вот звук, саунд, хорошим был продюсером, видимо, от природы. И он понял, что для месседжа, для какого-то собственного, скажем, какие-то идеи, да, не обязательно качество этой записи. Он понял, когда послушал именно диски Катлера. Потому что на Recommended Records очень многие записи были сделаны обычным вот, маленьким микрофоном. Там были куски, сделанные просто в домашних условиях. И он понял, что иногда запись плохого качества, но интересная с точки зрения идеи, месседжа или с каких-нибудь там, я знаю, вещей, она более востребована, чем очень качественная, но пустая. Я недавно говорил с одним коммерсантом тут, советских неформальных рок-групп, записями торгует. Я его спросил, почему у меня нет всякого панк или New Wave, он говорит, они некачественно пишутся дома в основном. А какой уважающий себя человек, я тут и врубился. Никогда, ни в коем случае не надо хорошо писаться, как некий принцип rock and opposition. У нас аппаратура советская, мы пишемся дома на двух Олимпах. Вот. Советская это из принципа или? Ну, из принципа, конечно, части раз. Вот. Но мы гаражная группа, и нам, во-первых, у нас нет денег. Мы, ну, есть стиль гаражный рок, гаражный панк. То есть мы гаражная группа, вот, самопальная. Мы все делаем как бы самопально, своими руками. Он хорошим был продюсером, на самом деле. Он чувствовал, как должно звучать. Плохо, в смысле хорошо. То хорошо, плохо, да, это как вот трэш. То есть так сделать плохо, чтобы было хорошо. Вот он это умел. Пленочки эти отмотал. Замотал, спел, опять отмотал, послушали. Я когда писал «Мышеловка», это первая запись моя вообще. Я записывал ее, я никогда не думал, что ее кто-то будет слушать вообще. Я вдруг неожиданно осознал, что вот никого мне не интересно так слушать, как свою собственную запись. Я тогда включил ее, и по комнате стал скакать до потолка и орать. То есть как включу, так и начинаю по комнате скакать, понимаешь? А потом я это рассуждение сделал. Раз она мне нравится больше всех, стало быть, так сказать, и лучше всех, во всяком случае, для меня. То есть, и все. Янка мне привезла песенки, которые он уже записал буквально за 2 недели, вот эти там 2 или 3 или 5 альбомов, записав именно в таком качестве, в таком виде, типе, что у других никого не было. А причем это сделал один наложением и прочее. Да. Тот же Рагулин, который вообще слушал только Запад, все время пьет эту песенку пел. Но мне придется выбирать. И все вот эти там Селиванов там и прочее. Там народец. Кайф или больше? То есть их пробрало тогда очень сильно всех. И подача музыки, и само вот самое главное звучание и целеустремленность вот этих текстов, это было то, чего не было до этого. И вполне возможно, что вот этот вот колотый удар, вот не кулаком, а именно колотый, он оказался наиболее глубоко проникающий. Академгородок, действительно, это вольница. Это такая помесь родного Купщина, из которого я вырос, и Стругацких. То есть во всем, то есть это по виду Купщина, и при этом носит вот такой какой-то странный элемент Стругаччины. Все друг друга знают, какой-то институт, все чем-то занимаются, непонятно чем. Какие-то скульптуры атомов, вот эти сосны, какая-то такая сосно-ельная, вот эти блинчики с клюквой, компот каждый день. Они любили туда приезжать, и каждый раз они удивлялись, что здесь вообще такой, как говорится, островок. И Егор, он жил вот у Игоря Рагулина в Горёзок. То есть, по-моему, месяцами жил даже. Гуляли по лесам с Егором. Ходили ко мне музыку, в гости слушали. То есть, постоянно шло общение. Ну, я-то, кстати, был студент, да. Не формал. Вдруг резко стал неформалом. И нужно было это как бы в себе... Мы вот это поддерживать. Мне даже написали список книг, которые нужно срочно прочитать. Читал? Читал. Все прочитал. Помнишь какие? Ну, хорошие. Все эти концерты происходили по одному сценарию, в принципе. То есть распускался слух, что будет концерт.
Туда стаскивалась какая-то аппаратура. Звук был вообще, то есть, ну, по нынешним временам, просто какофония. Человек по 300 набивалось. Я не знаю, там даже, по-моему, билетов-то и не было тогда. Или просто сквозь пальцы смотрели, да, или не осознали вовремя. Разбегаются по Марсовому полю. Еще Советский Союз. И не на сцене перед университетом, а прямо в главном корпусе внутри. На лестнице, которая поднимается на второй этаж. Кого-то еще! Я стоял и молился только об одном, чтобы Манагер ноги себе не сломал, потом на лестнице. А потом уже, когда вот он исчез, да, вот это вот, тогда все подъезды изрисовали, все стены. Вот, ну, видимо, пока он был здесь, то есть, ну, как бы в голову никому не приходило. А потом как-то это все поднялось на какой-то новый уровень, да, и люди то ли осознали, то ли эти пленки наконец дошли до головы. То есть у всех эти пленочки были, то есть все эти пленочки крутили. Мы настолько были, у нас хорошая мужская гегемония была, ярко, конечно, у нас в качестве, то есть многие люди, которые вспоминают, считают, что это был такой равный среди равных, такой человек. Да что ты, там сидели мужики, делали настоящую музыку. С ними была рядом девушка, которая, от которой требовалось чай сделать, чего она никогда не делала, и еще типа, чего она тоже никогда не делала, на которую постоянно ругались из-за того, что она не выполняла женские обязанности, не подметала пол, не готовила чай там для мужиков. Она все какие-то песни сочиняла. Но поскольку мы когда собирались вместе, это были определенные всплески такой вот активности, а в остальное время, если Янка была рядом с Егором, то он находился в более спокойном состоянии, у него было время прислушаться, понять, найти ее звучание, и вот он в такие моменты как бы записывал ее и делал все это дело. Не, она была равной среди равных, но внешне выглядела это не совсем так. Но, в всяком случае, мы пытались ее как-то, но она не сильно поддавалась. Я к стыду своему вначале, в общем-то, относился к ней, ну, не очень хорошо, совершенно незаслуженно, считая ее просто, так сказать, за надоедающихся поклонниц группы. Егор мне всегда говорил, что она очень талантлива, всегда пытался как-то ее продюсировать, что ли. Я когда послушал ее выступление, это было первый раз, мне просто стало очень стыдно. Я даже не дослушав конца выступления, побежал на улицу, купил цветов, встал перед Янкой на одно колено, говорю: простите меня, дурака, ты действительно талантлива. Да, она сказала только: да ничего, Игорь, давай лучше выпьем, и все. Деклассированных элементов первый ряд. Им по первому по классу надо выдать все. Первым классом школы жизни будет тюрьма. Тюмень, по-моему, 88-й или 89-й год. Янка поет песню, мне они просто врезаются, такие эпизоды. Я там стервенею с каждой норковой шапкой. На краю сцены сидят, ну, 5 или 6 девчонок. Тогда еще, по-моему, ангорская вот эта шерсть. Такие мохнатые полуверы были. Вот там короткие юбки, естественно, там с иголочки. И стоит Янка. И она как бы все это поет. И все, допустим, вот другие, как бы из другой оперы люди понимают, что вообще-то говоря, так нельзя вести себя девушке вот такой вот. С другой стороны, ну, такая она немножко плотная была, да, такой медвежонок. Но говорит о том, о чем они боятся себе признаваться.
И в этот момент они просто плакали. Вот я эти несколько слез как бы заметил девиц. Они понимают, что они никогда не смогут быть такой. То есть, ну, такой не в смысле на сцене, а в смысле вот так видеть мир. Очень хочется быть такой, но ты такой никогда не будешь. Но ужасно здорово, что хотя бы она это показала, и они это восприняли в эту секунду. И, конечно, Янкин, то, что ее творчество узнали и заметили, это 100% заслуга его. 100%. Это ничуть не умаляет ее таланта, но без него она просто осталась бы незамеченной. А здесь вот именно слияние вот одаренности Божьего дара, скажем так, с определенными человеческими внутренними качествами, которые он сам, возможно, себе выработал. Вот этой целеустремленности и знать, как сильно и куда надо бить. Егор, то, что вот он, я знаю, очень, когда первые альбомы появились, вот были вот эти рок-клубы, кто-то, эти жучки, магнитофоны, которые друг переписывали людям с катушек. То есть Егор их находил, им присылал. И буквально за полгода люди почти одновременно во всей стране услышали гражданскую оборону без радио, без телевидения, без ротации, без всего. Люди просто, ну, они приезжали, говорили, вот там аквариум, зоопарк, там кино. Я говорю, а ты там ДК знаешь, там оборону знаешь, там еще там что-то знаешь? Нет, нет, это мне не надо, это я не знаю. Я говорю, нет, так не пойдет. Там 50% аквариум, 20% кино, остальное по моему усмотрению. Если в Питере главным популяризатором творчества гражданской обороны на раннем этапе был, как известно, Сережа Фирсов, то в Москве, наверное, это Берт. С Берта все в Москве началось. Он всем записывал в огромное количество альбомов. Если хотелось зарядиться энергией, так вот заводишь мышеловку и начинаешь там прыгать по комнате там, в разных направлениях, там чувствуешь себе огромнейший прилив животной энергии. Жалко, что не репетировали, на самом деле. Но, может, это мне жалко, а ему как бы и не жалко. Репетировали в Омске. Это длилось 2 дня, потом варили курицу, садились на поезд и ехали. Не обидно было за звук всегда, потому что потом я интервью прочитал, ну как бы это вписывается в концепцию, но мне все равно обидно было, что такой хреновый звук. Он говорил, что звучание должно быть говно, чтобы просто, ну как, штырь общественного сознания такое вставлял. Потом получилась каша. В какой-то момент и тяжкие жужжания. Но звук был то, что надо. То, что надо. Вот я понял, что бас надо грузить. Прям грузить, чтобы он ревел. Я его грузил по полной. Энергетическое воздействие, оно столь было мощным,
ну, что я не мог сидеть. Я потом только сидя начал играть. То есть, когда уже все это более основное. Вначале это было такое, как взрыв такой. То есть. Ну, и это было и для музыкантов, и для зрителей это было тем более. Какими примочками вы пользовались, на каких гитарах играли? Опа. На гитарах, которые не попадутся, а примочки такие, что ни в жизни таких нет. По звуку же слышно. По-моему, у Джеффа только гитара с собой была. Так нам вообще особо это не надо было. Тряпочка была. Ее разворачиваешь, там плата лежит. С нее эти приборчики свисают. То есть, это тумблер нажал. Поймел, вышли, фуз, как бы. Французы прибежали, давай фотографировать. То есть. Я слышал зальники всяких там американских коллективов такого вот уровня, которые там в разрушенных ангарах играют и все убиты насмерть. Все равно это не так, потому что звук еще был советского аппарата. И гитары там у ребят были, там какие-то Уралы, бог мой, не пойми, что вообще. Вот так вживую увидеть таких четырех чертей, совершенно инфернальных, с таким звуком, с этими песнями. Народ просто прибитый сидел. Называли все, что еще писали, все, что угодно, только к року никакого отношения не имеет. Ну, естественно, то, что им понятно. Понятно, это бардовская песня, где блатная гармония и слова. Слова. Он там спел, сказал, ну, это же что, в роке сказал. Трудно тогда, конечно, в конце 80-х годов было заставить людей впасть в экстаз, потому что очень были сильны советские комплексы и так далее. Человек не мог отдаться полностью. А люди приходили, они искали какой-то правды, искренности, какой-то альтернативы по отношению к чему-то. Вот как вот это вот такая вот, когда пластика появилась, там, ну, зал вообще ревел, и всем было не по себе. Летов от нас тоже требовал, чтобы мы производили движения на сцене, как он говорил, иррациональные. То есть движения не похожие на поп-музыкантов, на рок-музыкантов. То есть вот эти вот ритмичные постукивания ногами и все такое прочее, этого не должно быть. Я не знаю, как это зрители восприняли, но мне было страшно. Вообще в роке это аксиома. Вот рок-концерт отличается от другого концерта, концерт другого типа, что там драйв, это психоделика. Человек должен получить энергию вне головы, вне интеллекта. Я считаю, то, что мы делаем, это на уровне, скажем, не интеллекта, это на уровне, ну, бессознательного. Да, но между тем вы говорите, что лучше, что вы сделали в жизни, это стихи. Да, так они тоже не на уровне интеллекта. Тексты, они характер имеют как заклинание, они как магия. Там 2-3 фразы важные, 2-3 фразы, а все остальное смысла нет, потому что интеллект выключается. Рок, он не интеллектуальная музыка. Приведу слова Егора. Главное не музыка, а то, что за ней стоит. А то, что за ней стоит, это метафизика. То, что за физика, за физический мир. Вот этот мир идей, который всем движу. Я не занимаюсь интеллектуальными играми. Для меня, я не занимаюсь искусством. Нет, для меня искусство – это ничего. Искусство – это определенные кубики. Какие-то жесты, какие-то двусмысленности. Это, конечно, чисто московское, я думаю. Это вообще в Москве. Все московские группы, они помечены вот этой иронией. И таким, как бы, когда человек понимает контекст, как бы, заранее, вот они все эти группы очень сильно отличаются. Поэтому Егор, конечно, никогда не был. Он никогда в Москве бы вот не имел такой вот абсолютной к нему вот этой симпатии со стороны вот местной элиты, да, художнической. На него смотрели всегда так немножко косо.
В моей памяти осталось, что это было из кудрявцевских желаний, вот эти символики, да, так сказать, протестные, колючая проволока, да, вдаль километры, вот это все. Ему нужны были постановочные фотографии. Он так видел, он такой хороший фотограф. Для нас это было здорово, но не до конца правильно. Нет, но то, что мы обязаны были в Москве сняться на Красной площади, это абсолютно концептуально было. Но потому что антитоталитаристское творчество, оно, ну, надо было противопоставить хоть что-то, хоть как-то визуально, так или иначе. Вот четыре фигурки на Красной площади на фоне этих звезд, да. Все мы жили в СССР и понимали, насколько это уродливо, насколько могло быть иначе, насколько надо вообще иначе и вообще. Я люблю голубые ладони, железный занавес на красном фоне, сырые губы под вороньем и тела, изъеденные червем. Я люблю глухое эхо и гнилую жижу в моей голове, родную плесень и кот и бляпу я не крапил. Я люблю себя, рожденному мертвым. Пришейте пуговицы вместо глаз. Некрофилия, некрофилия, моя изнуренная некрофилия. Я некрофилия, некрофилия, моя изнуренная некрофилия. Это же все довольно такое идет такой коммунизм, именно звуковой коммунизм. То есть именно при помощи звука. Недаром же все эти Катлер, да, они были леваками. Они были коммунистами, но такими левацкими, да. Коммунизм – это царство Божие на земле. Брежневский режим никакого отношения к коммунизму не имел. Это был государственный капитализм, та же мафия. Это те же самые, которые сейчас. Потому что у власти всегда, во все времена, находились одни и те же люди, как бы они ни назывались. То есть меняются терминологии, остаются у власти одни и те же. Мы разваливали не страну, мы пошатывали, так сказать, систему человеческую. Мы хотели, чтобы люди жили нормально. Что касается именно того времени, было просто ощущение какой-то вот радости, свободы, победы. Победа в хорошем смысле. Победа не над кем-то, там, не то, что там кого-то раздавило, а просто, что что-то случилось. Что Монагер, что вот их совместные эксперименты, они как раз в большей степени, если так разделять культуры по типам, они имеют даже не к панку отношение, а именно к индастриалу. Вот. Это холодное наблюдение и анализ без каких-то оценков, потому что уже действительно по барабану. Люди настолько непроницаемы, что они не реагируют никогда. Им в дуло автоматов суют цветы, никогда в них плюют. Проект «Коммунизм» зародился где-то году, значит, наверное, в 88-м, ну, где-то в конце. Там у нас было трое. Я, Летов и Монагер такой человек. Монагер. И, естественно, сразу как бы разделились роли на такого порой придурковатого ухаря и, тем не менее,
какого-то наглого такого, это я, такого слегка кряжестого и ироничного, значит, это Кузьма, такого романтичного и нервного, это Егор, и поэтому вот эти все партии как бы сразу раскладывались, кому что достается и как это все будет сочетаться. Естественно, вызывало это невероятный как бы хохот, но вот этот самый хохот другого рода, когда с хохотом ты выкидываешь из себя ненужное и вбираешь полезное. Очень странное состояние. Мы же все время, мы же всегда смеялись мы. Постоянно. Смешно, потому что. Для нас это была замена там, ЛСД для европейской молодежи конца 60-х годов. Это был коммунизм. Мне кажется, вот все ценили то, что не было специальности. А была именно, ну вот, импровизация слова тоже как бы затерта, но тем не менее вот это непрерывное фонтанирование, это как бы как калейдоскоп собственной души, которую ты наблюдаешь в раструбе вот, разговора на троих. Постольку-поскольку коммунизм это было действие не совсем целенаправленно осознанное, там всегда предполагалось, что должно быть какое-то воздействие извне, прям присутствовало. Причем посвящалось он было в сторону, потому что другой. Не пожарит потом. Здесь вот такой город. Обратная сторона реальности или то, что мы не можем до конца понимать и видеть, и опознавать, она всегда интересовала, как его, так и меня. У меня был свой там опыт, так сказать, деревенского шаманизма, скажем так, там, по семье, по заговорам, по наговорам и прочее. У него был определенный свой опыт. Происходила классификация каких-то там явлений. Также, ну, понятно, что был Кастанеда, был невероятный об ту пору интерес вот к этой стороне реальности. Естественно, какие-то были психоделики и попытки заглянуть туда еще раз и что-то увидеть, и вообще как-то идентифицировать. Я из библиотеки постоянно таскал книги про сибирский шаманизм. И я помню, мы с Ледочкой зачитывались, так сказать. Он в шапке куда-то уходит в лес. Мы прощаемся, я еду домой, он идет туда. У меня есть своя работа, ты опять будешь делать это? Спрашиваю я. Он говорит, да, мне нужно кое-что сделать. Коммунизмов вышло у нас, значит, сколько? 16 альбомов. Первый, второй, значит, третий, это так себе. 14, по-моему. Нет, да, 14 это... Или 15. Это хроника пикирующего бомбардировщика. Но он очень хороший. Если мы с ним сошлись в чем-то... то только в том, что мы не любили мир в той же степени, как и его и любили. Ну, я не знаю, так сказать, ну, любить и не любить – это одно и то же.
вернулся в день, я всегда буду врать. Я всегда буду врать, я всегда буду врать. Я всегда буду врать, а кто не обломался, тем еще предстоит патронами набить и непокорному грудь. Дикая изнурена в просоветский пиздеж, здорово в государстве будет здравый покой. Я всегда буду против, я всегда буду против, я всегда буду против, я всегда буду против. Должны обидеть, как бы нечто во мне, так сказать, ценное или родное. После этого сочиняю песню. В этом состоянии я становлюсь настоящим. На мое настоящее состояние я считаю, что могу убивать. То есть натуральный ангел-искребитель какой-то. То есть я ни одной песни от доброты не сочиню, вообще ни одной. Я очень требовательный человек, я всегда требую, чтобы было все лучше, лучше, чтобы это было еще агрессивнее, агрессивнее. Вот. По этой причине мы страшно ругались, я помню, постоянно. Всегда надо делать до максимума, доводить. Янка человек был очень добрый, то есть такой человечный, очень добрый. И поэтому для нее это было очень вот, кошмарно и тяжело вот, заниматься теми вещами, которыми он занимается. Карга такой вот как бы через староверов вот, пропущенный. Вот это вот как Аввакум, вот сожгемся все вместе, ни вам, ни нам, никому, блин. А потом прибьет трубач, затрубит, и мы выйдем, и будет великое воскрешение. Вот у гражданской обороны четко это присутствовало. А то, что он перестали они выступать, это еще раз говорит о том, что Летов, конечно, был невероятно. Во-первых, он был стратег, вот, а во-вторых, он был невероятно сильной личностью. Невероятно сильной личностью. То есть вот так вот просто на пике, когда вот тебе все прет вообще, только давай вот все, сейчас ты из этого подполья выходишь на сцену, а с этой сцены ты выходишь еще на большую сцену. Они же могли тогда, в принципе, собирать уже стадионы. Егор, у него был характер, он не сомневался, он был крайне целеустремлен, и это его основная черта, то есть он был очень тверд в своих убеждениях, пусть они потом менялись, но если я с самого начала предвидел, что они могут измениться, поэтому сейчас уже несколько сомневался, то Егор в каждый момент, здесь и сейчас, у него всегда был совершенно четкий взгляд на жизнь, бескомпромиссный и очень уверенный. Последний концерт Сталина, ну, конечно, тут не без пафоса, так, ну, специально, естественно, в какой-то степени, наверное, был назван. Я сейчас думаю так. Мы решили, что на время, или по крайней мере на какое-то время, там, не знаю, ну, пока вот сейчас вот играть не будем, а когда будем ли еще дальше играть, это непонятно. Вот так было решено. Это показалось нам, что воспринимать стали уже как некая, как должность, как данность, как некий попс. Было так, что, ну, Егор – это Егор, а все остальные, ну, это все остальные. Мы, на самом деле, только... Ну, как бы присутствовали
и по возможности помогали. Мне кажется, так. Я думаю, это желание... Желание с помощью. С помощью, опять же, нас же. И добиться какой-то, ну, хорошей и очень главной цели своей. Вот и все. И это очень хорошо. И перерыв просто необходим. Требовалось просто, как словами сказать, вечный пламень невозможно, сердцу нужно отдохнуть. Было тогда такое настроение, и он, ну, очень сильно влиял на всех остальных, что все и пошло не так. Что вот перестройка началась с одного, и рок-революция в России началась с одного, а вот сейчас конец 80-х годов, начало 90-х, и все совсем другое, все никуда не годится, и нельзя в этом участвовать. Нельзя в этом участвовать, нельзя играть музыку. И вот это лейтмотив этот, он все время, вот когда я жил у них, или когда они потом приезжали в Москву, все время была вот эта тема. Надо завязывать, надо завязывать, надо завязывать, вплоть до того, что с жизнью надо завязывать. Что в результате и произошло с Янкой. Получалось, да, что... Янг – это то, о чем говорит и пишет, о чем пишет Егор Летов в своей песне. В 90-м году я умирал. Просто действительно умирал. Физически умирал, да. Вот. Это долгая, опять же, история. То есть непонятно, почему. После того, как я перешел через мертвую деревню на Урале. У меня была температура 40-41 градус. Представляете, в течение больше месяца. Больше месяца. Это физически невозможно практически. Ну, ничего, как выяснилось, это можно там, перетерпеть.
И вот это было бессонное вот это состояние, которое продолжалось около 40 дней. Просто бессонное состояние, вот, в течение которого то есть я просто в некий момент начал творить. И весь альбом «Прыг-скок», вот то, что мы сделали, это весь оттуда. Летели качели без пассажира, без постороннего усилия сами по себе. Летели качели без пассажира, без постороннего усилия сами по себе. Летели качели без пассажиров, без постороннего усилия сами по себе, сами по себе. Когда мы пишем на бумажке абсолютно непонятно что, вот это вот как раз и является, собственно говоря, сущностью. Не знаю, я считаю так. Егор, как писалась песня про дурачка и откуда возникла такая идея? Ой, это сложный, честно говоря, вот ответ. Вот. Песня про дурачка писалась изначально, как бы сказать, канва текста, именно текста песни. Вот. Она, ну, как известно, она снята, даже не тоже снята, а как бы заимствована, не знаю, вот, скажем, это цитата заговора. Это русский народный заговор на смерть. Это ходит кто-то по лесу, кто-то там делает что-то, что сильнее там или там или плоше там себе. Вот. При этом обычно применялся ритуал. Это человек входил там, в определенную общину во время там, каких-то застолий или чего-то еще. Вот. Ходит рыжик по лесу, ищет рыжик, рыжее себе. Вот. Кто вынимает какую-то штучку из того, что он обносит, тот и умирает. То есть, собственно говоря, это из магии. Как бы. Мне, честно говоря, не хочется вот, просто вот эти вот посвящать вот эти вот. Дурачок, ну и себя, ходит дурачок, а боль.
слепой, попить ты ничтожный такой.